Так, для тех, кто в записи смотрит, это вроде бы четвертая по счету трансляция по Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider. На третьей части трансляции мы, ну, после третьей части трансляции вынужден был сделать перерыв из-за неприятного бага, который возник с Трибушетом. И это было очень давно, наверное, недели три назад, блин. Вот, там, когда невидимая огненная стрела тебя отбивала. Как оно пофиксилось, я не знаю. Кто-то говорил, что вышло за это время пара патчей. Хотя после одного патча, после второго патча я перепроходил, собственно, эту локацию для проверки. И вроде ничего не поменялось. Ну и после очередного сигнала, что там что-то пофиксили, я опять убил всех, собственно, как рекомендовали врагов на этой локации. Забрался наверх. И наверху был такой странный момент, ну, из ниоткуда просто наверху появилось три человека, как будто они просто стелепортировались. Ну, два милишных и один лучник. Подозреваю, что как раз вот в них было дело, что они типа не триггерились каким-то образом в прошлых трансляциях. И на этот раз появились, мы их с вами убили, и Трибушетом разрушили вот это вот, эти ворота. И, собственно, надо... Все-таки с Ларой доразобраться. Вполне возможно, что сегодня будет уже последняя часть трансляции. По крайней мере, динамика... Я не буду ходить по разным сайт-квестам, потому что они хоть и, ну, красивые, проработанные, но, во-первых, упрощают процесс, во-вторых, я, наверное, вы по прошлым частям трансляции поняли, что к Ларе я отношусь снисходительно, так скажем. То есть, да, продукты высокобюджетные, да, красиво, да, девушка главный герой, хороший перевод, графон, все дела. Но вы знаете, после двух недель трансляции по кастомной карте по третьим героям, Парагон, ну, я не могу серьезно относиться к... Ну, это кино, просто кино. Максимальный уровень сложности изи. Сам себе упрощаешь задачу, все равно как бы... Бронебойные стрелы, что-то новенькое дали. Ой, стоп, секундочку, чатик перекрыл. Это ПК. Это ПК. Опачки, побежали. Я клавиши подзабыл, поэтому вначале точно буду тупить, прошу прощения. Воу-воу-воу. Бах. Ну, как бы кинцо, классно, смотрите. Пыщ-пыщ. Ага, я понял тебя. Горю. Так, ну у нас лук основное оружие вроде бы. Ой, хилка на вышечку же, да? На вышечку, хиляйся, хиляйся, подруга, дней моих суровых, ну. Да, вот это тоже баг мне нравится, когда... Когда зажимаешь хилку, а он не хиляется. Она точнее. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Перезаряжаемся, отлично, они палят еще. Первый пошел. Ой, второй уже здесь. На-на. Подходит под крепо. Надо их, наверное, завести на что-то более... Воу! Все, лечение сработало на этот раз, это хорошо. Как там уворачиваться, кто не помнит, кажется, цен. Там еще лучники сзади стреляют. Да что ж ты будешь делать? Беги, подруга! Не, экшен хороший, давай, лечись. Последняя хилка, кстати. Да, удерживать лечение, я... Хорошо. Ну, плохо вообще-то. Потому что с лучниками мне сейчас будет... Убивание. Нет. Ай-яй-яй, догорю сейчас. Нет! Ёшки-матрёшки, новая подкрепа. Слушайте, это уже интересней. Нажмите F на... Блин, надо читать подсказки. Забыл я хатки. Как уворачиваться? Как контрудар проводить? Сейчас будет экшен. Да-да-да-да-да. Я понял тебя. Сразу давай по головам пройдемся. Раз, два. Ну да, конечно. Прошелся по головам. Автоим, все дела. Как там? F. Ага, понял. Добивание. Оп, парам-парам-пам. Так, может попробовать. Да, наверное, их надо заводить вот.
Пыч, я же жал. Жал да не дожал. Кто там палит? А, сверху эти двое точно. Дай по одному. Голова раз. Не хочется мне находиться рядом с взрывоопасными бочками. Там со звуком все нормально, да? Ой, да ёп, РСТ. Хилка пошла. Так, и новые пошли. Раз, два. Шлемы сняли. Раз, блин. Ну! Хорош! В голову X3. Конечно, X3. Кто там стреляет? А, ты все еще жив. Это негр. Так, стрелы закончились. Как стрелы там? Ой. Из дробаша в голову. Еще выходит. Капец. Нет. Нет. Блин, да что-то у вас много, ребят. У меня патронов не хватает на всех. Перезаряжайся, Ларис. Блин. Нет. Казнь. Хорошо, сейчас вспомним. Там посоветуйте, кого не работает, ктмельный плеер включить. Второго не увидел. Ладно, давай этого убьем сначала. Он по скрипту падает, как только... Да ё-моё, почему же я их не вижу, да? Почему же я их не вижу? Блин, надо ближнего сначала убить. А чё ты пригинаешься, Лариск? Перестарался. Тихо. Ху! Ну, только здесь негр может выживать после... После 6 выстрелов из автомата Калашникова в голову. А умирать после... Там уже вышли новые. Ага, вот они. Блин. Так, хилка пошла. Давай-ка попробуем дробовик и что-нибудь взорвать. Да не пригинайся, подруга. Подруга, это опасно для здоровья. Сейчас мы кругаля нарежем. Бах. Бах. Не, вот тут... Он живучий, скотина, а? Оп! Реально живучий. Там сверху лучники опять стреляют. Надо было, наверное, брать себе... Брать, собирать патроны просто. Так. Так, давай патрончики. Патрончики все соберем тут спокойненько. Хильнемся спокойненько. Все спокойненько делаем. Калаш есть. Негр бежит. Окей. Блин, да, новая партия пришла. Серьезно. Тихо. Интересно. Ладно. Где вы там, барсуки? Да сколько можно жить-то? Да. Да. Там новая партия. А можно добить? Надо отлучник. Оп! Парам-парам-пам.
Надо от лучника избавиться. В первую очередь избавляемся от лучников, а остальных можно кайтить. То есть... Да, только... Сейчас пробежимся по трупам. Тут ничего. Тут бах. Можно, кстати, не добивать последнего для того, чтобы спокойно лут собрать. Вон, вижу, лутецкий один. Давай. А, они уже новые пришли, да? Еще лут. Ну, патроны, патроны еще заканчиваются, вот в чем дело. Все еще жив. Бедолага. Так, еще патрончики. Еще патрончики. Перезаряжаемся. Что-то остался один, да? Ладно, не буду я, наверное, вот эти вот... Так, он просто неубиваемый негр. Просто неубиваемый. Нана! Давай! Нана, в мили чаще бить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Друг, ты чего? Так, а с этим лучше, наверное, с... Да как так-то? Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Лечись! Беги-беги-беги-беги-беги! Не перегинайся, просто беги! Так, есть дробаш. Да, только патронов нет. Твою ж медь! Нет! Лечись, 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 Лариска. Это еще не последнее! Не, будет весело. Я уж подзабыл, как это... Каково это? Так, беги. Беги. Сделаешь почетный кружочек. Серый экран, все нормально. Сейчас мы так, так и на развороте. Сейчас новая партия, с которой я типа не справляюсь. А, лучники сверху уже. Ой. Блин, их много. Очень много. А, я могу, у меня хил появился. What? У меня же не было только что хила. Ребята. Что за казуалочка? Оп! Беги, 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 беги. А-а-а! Так, вот того упыря надо взять. Лучники тут больше всего. Да какого хрена? Беги, беги, беги. Нет, все, сгорел на работе. Хил был, да, хил был. Жду не дождусь тебя, Варика. Я думаю, не один такой. Так Варик вчера был. Ты что, пропустил, что ли? О, сейчас ровненько. Да, только... Только сейчас пробежимся, возьмем лут. Надо оставить, наверное... О, кто на перерез идет такой, а? Хитрец. Да, тут вместе... Вон, три хилки дали просто сейчас. Ничего себе. Да... А ты хиляться будешь, скажи мне, подруга? Вот я жму, жму, а он не жмется, вот просто не жмется. Ой, Лариса, Лариса. Какой у тебя бюджет, а? Какие баги? Вот. Тут как бы ошибиться сложно, на самом деле, с нажатием буквы V. Но она не жмет. Ладно, хорошо. Ты же full HP. Как full HP, если только что по мне пробили? Я не верю. Ну все, ауе, короче, я растранжирил. Лучники уже пошли. Да, сейчас жмется. Видимо, действительно, тот удар не засчитался, как вообще снятие ХП. ХП. Да ладно, давай попробуем. Что-то я не так попробовал. Или сначала этого упыря. Да не-не-не. По верхнему выцеливаешь. Это довольно медленный. Не то, что товарищ с мечом. Сейчас кружок нарежем. Ой! Косяк. Раз. Беги, беги, подруга. Беги, беги. Не пригинайся. Просто беги.
Добро. А тот еще живой, а? Ах. Тут еще, кстати, хилку можно собрать было. Там кустик какой-то. Так, давай готовиться уже к худшему. Ну как готовиться к худшему? Да и так-то все не очень хорошо. Ну где? Хорош. Вот. Да, самое время сейчас. Коренья собрать. Серый экран, окей. Минус нули этого товарища. Ладно. Вижу лут. Собираю лут. Остался один. Я точно готов вообще к следующей порции врагов. Проверь, перезаряжаемся. Проверь, перезаряжаемся. Револьвер бы тебе тоже подготовить, перезарядиться. Пыщ, 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 пыщ. Все в молоко. Считаем количество выстрелов в голову, которые без шлема. Это был первый из револьвера. Это не туда. Два, три, три. Три выстрела из револьвера нужно. Для того, чтобы все было хорошо. Шлемы поснимали раз. Хорошо, ауе. На, скотина. Там лучники уже, правда. Опять пригинается ларочком. Вас. Опа, опа. Что-то я не увидел тебя, друг. На. Так, что еще? Беру лут. Патроны, все дела. Новая порция выходит. Сняли шлем. Ух ты ж, ежик. Тут просто ад. Очко навыка дали, я хиляюсь. Так как мне с этими-то разобраться? Так, минус 2, хорошо попадал. И остался вроде только плотный. Собираю все, что плохо лежит. Перезаряжаюсь. Надо стрел больше будет наделать. Добро. Еще будут? Вроде все. Да, хорошо. Хорошее начало для разогрева, чтобы вспомнить клавиши. Душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один трепешет. Еще один? Тоже с багом. Разрушительница ворот. Найди способ уничтожить ворот. Михаил, не забывай про спецстрелы. Ой, у меня тут еще нагрузочка такая конская. Местами. Про спецстрелы. Хилка не жмется, когда типа ХП. Есть способность, которая один раз забой тебя спасает. А-а-а, я понял. Видимо, он восстанавливает хпшечку. Сейчас еще настроечки. Хотя я ничего не менял с прошлого раза. Так, есть 4 очка навыка. Как там стрелы делать, кстати? Тут выбор ядовитые, не ядовитые. Кажется, удерживать надо, чтобы сделать стрелу. Да. Плюс 7 штук. Закрыто, извините. Но это ж не сложно, правильно? Что-то бессмертный, не бессмертный. Это да. Нет, у меня какая-то дикая нагрузка на процессор. Близко к сотне. И мне это не нравится. Это мне не нравится, ребят. Попробую перенести ее сюда. Не, все равно фул. Ох, ты ж ежик. Вот что значит давно не это самое не запускал. Что я могу сделать? А, я менял. Я менял кодирование с VeryFast на SuperFast. Да, стоп-старт трансляции, скорее всего, надо будет. Хотя нет, может быть, и обойдемся. Проверяем. 100%. Нет, стоп-старт, ребята, извините, пожалуйста.
Так, вроде пошло. Но главное, чтобы помогло, на самом деле. Не, все равно. Ларка отъедает. Лара, у тебя мало времени. Больше половины процессорных мощностей. Пацаны, это косяк. Это косяк. Ту-ту-ду-ту-ду. Причем через карту захвата это делающим. Так, давайте я попробую что-нибудь из графики сделать поменьше. Фильтрацию, например, трилинейную, стандартную. Что у нас еще там? Физика какая-то, процессорная, наверное. Может быть, блум, размытие по краям экрана в том числе. И размытие при движении. Ну, давай. Прожорливая ты наша. Браться до источника. Ты сделала все, плевать. Что могу. Видяха 980, проц 3820, причем подогнанный. Но... Фильтрация, говорит, ничего не ест. Ну, судя по всему, настройки вообще ни на что не повлияли. Геометрические размытия. Блум-блум-блум. Динамическая листва. Меня и процесс не делал. Процесс хороший, кстати. Да не, не священный ребут, это... Давайте я сделаю просто, увы, Full HD, но 60 FPS, например, какие-нибудь, и все. Может, не игра ест, я вижу, что ест. Пройди это место, и нагрузка упадет. Кстати, может быть. Может быть, это просто неоптимизированное местечко такое. Да, давайте попробуем перетерпеть. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. 100%. Капец. Ладно. Нет, не делай, ребят. Стоп-старт. Вообще плевать. Игра выедает значительно больше, чем... То есть я освободил за счет кодирования, но игра стала есть еще больше. Да вы охренели такие игры делать. Реально просто смотрите. Это вот сейчас захват, обработка идет 20%. Включаем игру. Сейчас, как бы вам это показать-то. Ну, короче, она выедает все остальное. Сразу же, причем. 60%. Добрый вечер. Ой. Так, ладно. Давайте попробую эту локацию добежать. Лутецки взяли. Взрывчаткой. Отличный повод пойти в Dark Souls. Ну... Нет, наверное. Так, явно от меня хотят. Так, мне про трибушет говорили. Про то, что нужно использовать второй и пробить ворота. Возможно, надо тем же самым трибушетом. А, вон, все, вижу. Вернуться, в общем, к тому трибушету просто и все. Блин, 100%, капец, 100%, понимаете, загрузка ЦП. Maybe ПК нужно обновить. Я на этом ПК спокойно стримил те же самые три прошлые части. Видимо, действительно, тут место такое клевое. А-а-а.
снижай настройки. Уже поснижал. И давайте я у себя поставлю, например, не Full HD, а HD. Вдруг это все-таки как-то... Хотя, скорее всего, там нагрузка в первую очередь идет на видях в таком случае. Ну, ладно, проверим. Не, ну все равно 100%. Мишаня, сколько стоит заказать прохождение? Такой нет опции. Разбирай. Snake, Rattle and Roll. Да, но нет. Не, мне кажется, что Лара просто не хочет, чтобы мы ее проходили, и все. Просто не хочет. Все жрет. Дурочка. Так, ладно, я вижу вот эту штуку, блин. И надо зацепиться канатом откуда-то. Вроде меня сюда послали, но... А, вот я просто стоял недостаточно... А, ну да, 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 да. Я должен был и туда сигануть. Да, тут слишком долго... Да картинка вроде плавно идет. Плавно идет картинка? Если лед говорит, что плавно идет, то все ок. Хорошо. Ладно. Тогда просто продолжаем. Можно эту штуку как... А, ее, наверное, надо притягивать тоже. Нехарактерная ручка есть. Так, давайте зайдем сюда сначала, посмотрим, что наверху. Так, и... Найдены секреты на карте. Нет? Как казалось бы. Так, ну давай попробуем... Некуда ее цеплять. Отсюда, по крайней мере. А, ее же можно поворачивать просто. Меня учили в эту игру играть. А, о. То есть ты хочешь сказать, что... Ничего не хочу сказать. Кто бы мог подумать, да? Бывает. А, что это вообще? Я почему-то подумал, что по этой штуке я смогу зацепиться. Чё за бред? Согласен. Согласен, что за бред? Зацепись. Петр, ну ты бы поиграл в героев сначала 2 недели, а потом бы мне рассказал, как после этого в казуалочке играть. Совсем другой жанр, понимаешь? Совсем другой. Картинка неплавный, момент мифриз. Но это потому, что просто упирается. Но я надеюсь, что просто со временем мы уйдем из этой локации. Попадем в какую-то более оптимизированную. Ползи, просто ползи. Накинь ты хасну на нее. Так, добрались до второго трибушета вроде как. Предлагаю подняться. И надеюсь не умереть от невидимой стрелы, опять же. Ага, можно пройти на соседний. Ну, для начала попробуем повернуть его или... В общем, как-то воздействовать. Крути. Ворота надо вытелить. Подозрительно долго я кручу. А нет, все нормально. Оп! Поехали. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь.
Ща, Ларочка, я просто... Мне просто отмену, я понял мысль. Да брось ты эту штуку уже. Буква С бросить. Так, надо очистить путь. Изи. Просто изи. Эта штука мешает, да? То есть ты предлагаешь туда забраться и потянуть оттуда. Может, отсюда ты типа не потянешь, да? Какая-то... Молодец. А, не-не-не-не-не. Забраться, видимо, прыгаем. Прыгая, карнизики, наверх. Опасно, я бы не стал, на самом деле. Ну да, поэтому и не стал бы. Где Дарк, богом обещанный? Нет, сегодня не обещал я Dark Souls, еще раз повторю. Сегодня сказал, что скорее всего будет перерыв в день, и этот перерыв я хочу добить Ларкой. Вот. Но... Вот это что? А может ты просто сможешь? Вот так вот. Ну вдруг сил хватит отсюда. Ну почти. Так у меня не хватит сил. Да попробуй, верь в себя. Очень жаль. Давайте привяжем тогда, потом повернем механизм. То есть попробуем просто связать одно с другим. Ай-яй-яй-яй-яй, карамба. То есть я сейчас не могу просто туда дойти, надо повернуть ее сначала. Так, чтобы... Ну, Ларочка, ну, послушай меня. Консольное это чудо. Давай обратно повернем. Повернем обратно, правильно ведь? И что, ты все равно туда не зайти не сможешь. Ладно, давай просто на дурака. А толком? Не за что цеплять. Михаил, сегодня донат не озвучивается. Русский поддержал наш канал на сумму 100 рублей. А вот и ответ. Хорошего тебе вечера, Михаил. А сколько стоит заказать прохождение определенной игры? В частности, интересует снакер Атли Энролл под любым эмулятором Денди. Не, надо оттуда это делать. Короче, надо повернуть эту штуку, допрыгнуть туда. Чё я туплю? Вот я не пойму. Надо просто было довести эту штуку до... Чтобы можно было забраться туда без всяких карнизов и прочего. Перепрыгнуть, оттуда ее закрепить, а потом уже поворачивать. Вот и все. Да. Да. Это все понятно. Уже мне. Давай назад и крути. Почти. Герои будут? Конечно, будут. В записи уже есть. Просто крути. Воу. Получилось. Пора это... снести врата. Это чудо. Ладно, хорошо. Что тебе больше приносит удовольствие? Прохождение героев или Лары, возможно, проходить интереснее, чем смотреть? Герои интереснее. Поехали. А, надо удерживать там. Недолет! Скорее всего... Скорее всего, патроны не бесконечные, поэтому можно... Оп! Пыщ! Хороший ракурс. Кинематографический становится шикарный. Еще разок? Или догорим? Догорим. Ай, умничка. О! Кто там посмел? Попала. Нужно еще разок. Окей. Нужно так нужно, я же не против. Добраться до второго требушета. Пошла боевая музыка. Стреляют гады. Так, эту штуку надо повернуть. Ах ты скотина! Двое даже их там. Ну где? Где автоим мой? Ладно, пап. Слышь? Пыщ. Вот оно как задумывалось.
Да, у меня восстановилось хп полностью. Ладно, давай повернем тогда эту штуку. Нам сил должно хватить. И доберемся до второго требушета. Да ежишь. Что-то HD-разрешение не очень, все круглости Лары стали какими-то квадратными. Слушай, поищи в гугле скриншоты первой Лары Крофт, а потом будешь рассказывать про квадратные округлости. Вот, а то вот что-то вас испортили эти современные киноигры. Начинаете вы ценить только графику. Вот реально кто-нибудь там, вкиньте молодняку ссылочку на то, как Ларочка первая выглядела. Куда ты мне предлагаешь? Наверх? Хорошо. Молодец. Слышь? Ничего себе понеслась. Пыщ, пыщ. Давай сразу как надо. Бывает. Можно даже сосчитать количество полигонов модельки Ларочки первой. Я думаю, их там было штук 40. Так, окей, здесь ничего вроде не блочит, поэтому просто наводим второй раз. А, ну да, конечно. Никак не прицелиться, механизм замерз. Вот они, разнообразные задачи, которые креативные создатели игры нам предлагают решить. Механизм замерз. Замерз механизм. Что же делать, если замерз механизм? Сейчас пробежим здесь. Вижу наверх, можно подняться. Но явно чем-то поджечь. Правда ведь? Отогреть. Осада Кити же, наверное, длилась многие месяцы. Ой, там красивое место. Хочу туда зайти. И вот эта штука меня тут. Ага. Очень интересно. Так. Значит, нам нужно воспользоваться этим требушетом. Там замерз механизм. Здесь есть... А, вон оно что. Короче, надо разбить этой штукой ту штуку. То есть, если... Сначала попробуем в эту сторону, вдруг ей удастся повернуть. Хорошо. И уже напрашивается какой-то экшен сверху. Здесь похоже на спуск, а не на подъем. Я, в принципе, могу забраться по этой штуке наверх. Я полагаю. Да, заботливо тут поставлены всякие доски, уступы. Под весом не хватит тебе веса, да, чтобы... Не хватит, ну, бывает. Так, и смотрим, что здесь. Эту штуку прикрепить, чтобы противовес был. Первое, что напрашивается. И, в общем-то, больше здесь... А, нет, здесь лутецкий есть. Вон, я же вижу рюкзачок. Думали от бобра спрятать такую штуку. Это, скорее всего, не нужно. Так, ну давай цеплять ее. Старым проверенным способом. Это уравновесит стрелу. Отлично, теперь, наверное, нужно ее снова сбоку попробовать дернуть. Авось, хватит мне вот сил. Так. Слушайте, какая-то еще хрень справа. И это, тут вообще очень сложные логические задачи. Кстати, моя дочь прошла эту игру быстрее, чем я. У нее бага не было, она хоп-хоп-хоп, все, поэтому, если что, можно у нее спросить. Так, окей, значит, что? К чему ты хочешь, чтобы я тебя прикрепил? Или ты хочешь, чтобы я просто тянул за тебя теперь?
Но не в эту же сторону, Михаил. Давай попробуем. Может, уравновешивания хватит? Давай, оп! Я сомневаюсь лично. Так, а может туда нужно что-то налить? Что-то горячее? Вода? Может... Да, наверное. Не зря же они тут накреативили, правильно? Да, давайте попробуем повертеть. Просто повертеть ее. Ну, давай. Оп. Хорошо, раз. Хорошо, два. Не знаю, достанет, не достанет. Достала. И сразу налилась вода туда. Вот это номер. Ай, мне, наверное... Ох, что же. Это стало повыше. Может, этого хватит, чтобы добить ее? Ну, в смысле, разбить ту штуку. Давайте попробуем. Dark Souls она прошла? Прошла. Не, не прошла, потому что она не играла в такие вещи. Так, ну полная, как видите. Она сейчас The Last of Us играет. Блин, да что же вы хотите от меня? Слишком сложно. Дальше крутим. В эту сторону, в обратную. Ведро опорожни. Зачем я его наливал специально же? Ща, крутим, вертим. Так. Эта штука приводит... Может, он открывает как раз? Может, там, типа... Ну, ясно. Вода медленно выливается. Нельзя ли этим воспользоваться? Я думаю, нет. Я думаю, это просто сделал и так тупо поржать. Вода выливается. Нельзя ли этим воспользоваться? Нет. Короче, закрываем шлюз. Набираем воду и пытаемся понять, как нам это юзнуть. Ну, типа, я могу попробовать добраться туда, куда не добирался раньше. Ну, блин, мне нужно в конце концов растопить лед. Неужели этой водой можно лед растопить? Так, все, набрали полностью. Так. Допустим, я ее сейчас поверну. Пару раз в сторону льда. Да не достает, насколько я вижу, до льда. Лара Крофт, чат, ват, зачем, с какой стати, почему? С ума посходили, ты же обещал, где моя готика. Ну, бас. Значит, что я могу? Я жду, на самом деле, подчатки. Подсказки в чат. Совпадение, не думай, Майк, до сих пор нет смайла с киселевым. Ну, засудит еще. То есть в любой момент времени я могу сделать так, чтобы, да, чтобы потихонечку это вверх, это вниз. Это вверх, это вниз. Туда добежать. Там вроде огонек горит. Если я попробую, например, водичку к себе, потом запрыгнуть туда. Да, давай попробуем так сделать. Ну, короче, попробуем вот туда добраться. Раз. А, я добегу туда. Окей. Правда, какая разница? Я мог, в общем-то, оттуда спрыгнуть и по-другому. Ладно, допустим. Не думай, делай. Ты здесь. Зачем? Потому что можешь. Думал пойти туда. Зачем, да, этот требушит, который горит? Тебе нужно растопить эту хрень. Угу.
Вода, которая медленно уходит. Нельзя ли этим воспользоваться? Нет. Нельзя. Держись. Разбей лед. Разбить лед. У ведра днище открывается стрелой, блин. Так я уже открывал, это я в курсе. У ведра открывается днище. Вода выливается. Она либо куда-то выливается, что мне, в принципе, не нужно. Либо просто идет такое изменение баланса. То есть это вниз, это вверх. Набери воду, разверни, чтобы железяк упал на лед. А как оно упадет на лед? Она же медленно выливается. Ой. Ладно, попробуем эту версию. Она единственная пока рабочая. Не всю воду вылей. Похоже, угу. Монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Так вот. У ведра открывается днище. Угу, днищевого. Ага. Ладно, хорошо, попробуем действительно повернуть и использовать то, что типа... Да стой, не туда. Кот куда-то пошел даже. Даже коту не интересно вообще происходящее. Железку надо качнуть, спрыгнув на нее. Кстати, да, если мы дадим какую-то амплитуду ей. Медленно выливается. Желательно делать все с одного места. То есть отсюда мы, например, стреляем. Не, не стреляем. Или сначала толкнем. Давайте просто столкнем, потому что толкнуть-то как... Ничего страшного. Молодец, Ларочка. Все правильно сделала. Все сделала как надо. Может, с той стороны прыгнуть на нее? Да, наверное, вот отсюда. Тут даже вот зоны, откуда надо действовать. Умница. Надо, правда, вылить половину. Чтоб, типа, на один уровень встало. Блин, интересно, как... Раз. Два. Угу. Слушай, я бы скипнул это, на самом деле. Вообще, изи бы скипнул. Ничего себе. Это уровень. Получилось. Я в шоке, на самом деле. Не меньше, чем Ларка в шоке. Вот тебе и... Серьезные загадки. Нельзя ли этим воспользоваться? Вода, все дела. Растопить лед. Это все переводчики виноваты. Какой растопить? Кат-сцена. Враги. Враги, повсюду враги. Раз, два, три, семь. Ой, господи, 10 человек. И пошла стрельба. И опять негры. Лучники. А? От них нужно избавиться. Только прицелись. Конечно. А где автоим, подруга? Где мой хваленый? Может, разрывными какими-нибудь? Блин, стреляют и стреляют. Хорош. Да, разрывные, как вы видите, пошли сразу же. Может взять что-нибудь более точечное, типа калаша. Не, лук идеально подходит. Это раз. Это два. Да ё-моё. Прекращай. Они идут и идут. А давайте трибушетом, реально. Только прицелиться надо. Может, она имела в виду трибушет? Давай, избавляемся от них. Вот это да! Из-за того, что я отвел голову в бок, сделав такое недовольное лицо, но все равно попал.
Почему попал, непонятно. Вроде как мимо ввалил. Еще контрольный выстрел. Добро. Следующий. Да ладно, зачем? Пусть живут. Я лучше сразу по квесту по основному, смотрите. Не дошел, не долет! Может, тоже сплэшем за... Ну, красиво, конечно, летит. Мимо! Вспоминается морской бой сразу. Двухпалубный, трехпалубный. Попадание. Dark Souls. По сравнению с Dark Souls, Ларка вообще мега, мега сложная игра. Но меня заставляют просто убивать негров в этой игре, к сожалению. Ну, я вынужден просто. Вынужден жарить. Жечь. Экспу дают заботливо. Да ну, я не буду всех убивать. Я не такой. Я понимаю, что по канонам этой игры у тебя там сразу напарник черный, который тебе помогает. Враги тоже все черные. Как вообще игра прошла? Проверочку. Ладно, работаем. Куда, куда, куда? Туда? Нет. Куда? Туда. Я стараюсь, я действительно гуманист. Я стараюсь лишнего не убивать, понимаете? Если можно избежать кровопролития, если это не доставляет удовольствия, то зачем? Лут, вот он ответ. Лут и экспа. Тихо. Что ты говоришь? Работаем. Воу, полегче. Тихо. Вот зачем нужно было от них избавляться. Они мешают. Не... Чуть не догорел сейчас, а? Да, это вот эти упыри, блин. Стреляют. Да, попадешь ты, конечно. Ладно, просто беги. Беги, не спрашивай. Не задавайся ненужными вопросами. Хиляйся. Давай, хиляйся. Побежал. Прыжок. Побежал. Нет, здесь я не могу. К сожалению, он блочит мне проход. О, спасибо, помогли. Там брат на брата. Слышь? Скотина, а? Нет, не гори. Ух, хил. Все, я пробегаю. Конь! Как в Принц Персии втором на коне можно было запрыгнуть. Да, ребята, вы что? Лечись, Ларка. Ларисочка. Да я же... два раза не дошел, да, это самое. По хилу до конца. А здесь есть огнемет или там базука? Есть калаш старый добрый. Дробовики. Да, конечно. Конечно. А, вот эта обилка, конечно, сработала. Та, о которой как раз речь. Я стараюсь. Как можно, чтобы меньше расизма было в игре. Как можно, чтобы меньше было жертв среди... среди негров, скажем прямо, как есть. Но создатели игры настойчиво просто, настойчиво заставляют, ставят их буквально в проходах, понимаете? Прямо вот в наворотах стоят. И ну, хрен пройдет. Надо убивать. Да бей уже, раз из дробовика попасть не можешь. Убиваем. Ну такая вот она жестокая. Хила нет. Ларку мочат, стреляют сзади. Я у костерка погреюсь. Нельзя. Опасно, говорят, греться у костра сейчас. Враг рядом. Ладно, ждем, когда отпустят. Я надеюсь, что отпустят. Ну это же казуалочка, должно как бы похорошеть со временем. Даже на максимальном уровне сложности регента предусмотрен какой-то.
Вижу врага. Он меня тоже видит. Не, не предусмотрен, судя по всему. Давай-ка из револьвера тогда постреляем по нему. Куда он скрылся? Мне в черно-белом варианте, понимаете, его искать еще очень несподручно. Сверху еще, кажется, стреляют, да. Ох, Ларисочка, Ларисочка. И вот я не знаю, как там... Давайте попробуем найти хоть какой-нибудь кустик. Я вижу врага сверху. Но и он меня видит. Три выстрела в голову. Четвертого хватило. Ну, норм. Реализм. Еще там гады. Так я же разрушил ворота, я же должен был пройти. А, вот оно что, Михалыч. Все, прошел. Главное, чтобы сейчас не добили. Отпустило, кажется, все. Сердечко колотится. Правда, краски опять появились. Это хороший знак. Ну и к разрушенным... О, выросла еда. Оп. Проходим. Опачки. Готовьтесь к графону. Кстати, как там у нас по диспетчеру эта задача? Вроде 100%. Бегите! Главное вовремя пробел нажать, а потом где в конце, я чувствую. Ой, это кат-сцена. Извините, я не смог сдержаться. Рушится, но из последних сил, на последних секундах. О боже, сумела. Будет экшен. Мы это видим по красным вазочкам. Тихо. На-на. Тихо. Хил. Ё-моё, беги. Ой, как вас тут много-то. Да, еще убей меня, я догорю. Все, я пошел. Реализм. Видели, как меня убили? На веревке. Я как бы встал, когда меня на веревке убили. И потом упал. Ну, это тоже нормально. Господи. Герой шедевр. Да сколько можно жить-то? Твою ж медь. Ну, бывает. Перекаты, ну, бас. Да ладно, вы что, какие перекаты. О, отлично. Воу, да-да-да. Перекаты, кстати. Надо уворачиваться на С. Я не привык уворачиваться. И эти бомбят. Сейчас мы осмотримся. Займет какое-то время. Сейчас убьем. Да, хп мало. Зачем в это играть, если ты так горишь? Я не горю. Я вообще не горю, я абсолютно спокойно отношусь. С пониманием. Горишь. Вот этот из серии LOL. 20 значений. Если непонятно, что происходит, значит, ты горишь. Как бы ничего, что как бы эмоций практически нет. Горишь. Богатый. Великий, свободный русский язык. Бедный. Страдает он сейчас. Из-за интернетовских упрощений. Все вы виноваты. Опа, неожиданно прилетело. Вот это да. Подкрался. Хила нет. Либо я сейчас в трупе собираю какое-то
снадобье клевое. Либо я дохну. Собрал. Не, не собрал. Здесь, может, собрал, да. Хилка пошла. И еще собрали. Ой, ребята, как я горю, как я горю. Это лоу. А, стоило ожидать. Сейчас добьем. Еще два. Так, давайте подведем их к правильному месту. Ну, хотя бы этого, ладно. Как же я горю, ребят, как я горю. Вы бы знали. Да. Да, ездишь. Прошли. Мне говорят, поднимитесь на башню. Сверху прилетают какие-то страшные. Сейчас дайте посмотрю, да, как, куда собираться-то, в конце концов. Это понятно, это понятно, это непонятно. Здесь вроде как что-то есть. Не, ну мысли как консольщик. А, вон ворота открылись. Да, надо проще ко всему относиться. У тебя только один путь. Ты прибежал, увидел костер, сел, думаешь, хорошо, костер. 7 очков навыка, которые нафиг не нужны, потому что упрощают игру. Каменное сердце, толстая кожа, адреналин, сильнодействующее средство. Можно что-нибудь аркадненькое, пожалуйста? Кажется, знаток винтовок. Больше ресурсов. Босс-вертолет, да. Больше природных ресурсов, звериное чутье, выживание, подсвечивается, легко выследить. Пистолеты нет. Добивание выстрелов в упор. Можно что-нибудь такое аркадненькое взять. Поблизости реликвий нет. Стрелы с ядовитым газом, не помню, как юзать. Ладно, давайте на добивание. Раз, два, три. И оставим 4, пусть будет. Еще, кстати, можно прогрейдить оружие. Вот это хорошо. У меня же там лучок. Лук-лучок. Чего тебе не хватает? Много чего не хватает. Тонкого инструмента, во-первых, не хватает для лука. Я винтовками и луком пользуюсь. Уменьшение отдачи, скорость заряжения нет. Уменьшение отдачи нет. Не те бафы, которые мы ищем. Золотой калаш. Давайте переоденемся хоть. А что-нибудь прикольное. Винтовочка, говорят, новая. Винтовочка, может быть. Да, винтовочка, но... О-о-о! Снежинка. Маленький урон. Легкая камуфлированная винтовка, устойчивая. Угу. Скорострельный. Или золотой клык. Урон очень хороший. Ну, это что-то вроде снайперки получается. Низкий боезапас, низкая скорость и стрельбы и заряжение. Но я брал, не хочу ее брать, потому что у меня снайперскую тему выполняет, ну, роль, выполняет лук. А вот скорострельность, можно попробовать снежинку. Но опять же, у снежинки только скорость отдачи можно прогрейдить. То есть все те же апы, которые были, они остались. Давай в хп. Да в хп скучно, умирать не будем. Так, лука нового нет. Ну, я не буду тратить, наверное, сейчас всякие ни очки навыка, ни другие штуки. Вот, вот что мне. Куда мне нужно? Эй! Ларис. Но ведь явно туда. Ну, прям инфа-соточка. А, у нас же... Мы же вот так вот должны. Там еще какую-то кнопку вроде можно, чтобы прям во время прыжка. Да, я его был нажать. Косяк. Стрелами в деревяшке. Да-да-да-да-да-да. Заходите на стрим, там рекламирует товарищ.
Срочно. Срочно все заходим на стрим. Хотя, если человек стримит на YouTube, это уже должно настораживать. Я бы не стал заходить к нам на стрим. Так, а точно ты допрыгнешь? Да должен, съешь же, можно? Нет, не можно. По игре, пожалуйста, Disciples очень прикольная, да, но я в свое время в Disciples не играл в принципе, поэтому вряд ли для меня она будет... Давайте поближе поставим раз, поближе поставим два. Глядишь, хватит. Ну тут чуть-чуть буквально не хватает. Во. Блин, не помню какая. Там то ли F клавиша, то ли еще какая-то. Вот кто не умеет вот так вот делать, учитесь. Как надо правильно стоять на стреле. Полезный навык. Подходим. Блин, давай проверим. F, кажется. Да, F, хорошо. Так просто время сэкономил. Не надо стрелять. Вижу, куда можно. Стреляю. Завязываем. О, хорош. Ну, ну, с точки зрения внешнего вида, конечно, к игре претензий никаких. Очень красиво. Очень кинематографично. Прекрасные ракурсы. Отличный звук. Воу-воу-воу. Классно, мне нравится. По целевую аудиторию самое оно. Держись, Лар. Ох ты ж ежик, смотрите, куда мы тут. Снизу горим. Переходим, потому что можем. Забираемся наверх. Прыгай, не боись. Работаем. 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 Ну, это тоже физика. Ну, то есть вы прыгаете, в воздухе достаете стрелу, используя свою массу и инерцию прыжка, втыкаете эту стрелу в специально подготовленное деревянное место. После этого встаете на эту стрелу и повторяете то же самое до достижения необходимого эффекта. О, золотишко подкинули. Так, что вы от меня хотите? Это нереально сложно сделать в жизни. Да ладно. Серьезно? Не, мне кажется, вполне реально. Ну, представьте, вы летите. Летите. Достаете стрелу в полете. Втыкаете ее. Да не, реально. Вполне реально. Я бы даже сказал, не сложно совсем. Я не хочу падать. Чувствую где-то подвох. Не для этого мне сюда посылали. На карнизик, может, ты хочешь. Ладно, можно и упасть, в общем. И вернуться туда, где, откуда пришел. Или подождите, здесь тоже что-то есть. Вот здесь вот, например. Да ведь? Да, это тоже отсюда ты пришел. Вчера так делал. Ну вот, я уверен, что половина пацанов в чатике, они как бы... Ну, для них это... Ничего сложного. Я только... Я до кухни или туалета только так передвигаюсь. Ну, отлично, тогда не стоит удивляться. Просто не стоит. А, наверх можно забраться вообще. Да не, не, не. Надо точно сюда, ребят. Вот точно. Инфа соточка. Вопрос только... А, туда ты хочешь, чтобы я перешел? Может, я что-то не вижу? Да, я не вижу вот эту штуку.
Нет, это меня не устраивает штука. Так. Висит хрен с веревкой, осмотрись. А, вон она, блин, точно. Ну, я чувствовал, что должна где-то висеть, но... Воу! Изи. Прыгай, Ларочка, прыгай. Лариска. Отлично, добрались. Спасибо, пацаны. А то я бы тут и остался. Не смог бы справиться. Ну, напрашивается так, напрашивается так. Так, соответственно. Тут разгон, прыжок, Е. В конце вы не поверите, снова надо Е нажать вовремя. Фух, блин. Это тебе не 100 трайв финальной битвы в героях. Костер, ну, на всякий случай надо же засейвиться. А то мало ли что. Достигните вершины башни. Во. Что-то падает, что-то не падает. Если что-то падает, жми Е. В любой непонятной ситуации жмешь Е. Надо за что-то ухватиться, жми Е. Очень удобно, кстати. Сюда не допрыгнуть. Надо налево прыгать. Камень, который справа, заботливо падает только после того, как ты уйдешь оттуда. Даже несмотря на то, что я на нем два раза попрыгал. Спасибо ему за это. О, господи. Очень страшно. Бегут солдаты. Очень высоко. О, боже ты мой. Да, у него там гнездо. Все в порядке. Ребята, давайте попробуем... сделать напряженный вид. Я ничего не делаю, она сама идет. А, вот сейчас можно, да? А, типа нужно не спалиться. Или нажать Е. Сейчас посмотрим, подождите. Так, камень падает, они сами умирают. Ничего не нужно было делать. О, боже. Куда жать? Пока никуда. А, сюда, да? Интересно, можно одной рукой играть? Попробую. Так, давай. Е нажать. Хорошо, я справился. Так, теперь сюда. Сколько остался? Остался, хорошо. Это тоже сейчас не долетит. Это было предсказуемо. Блин, мы деградируем с этими играми консольными. Ильдар, выкинь приставку свою. А хотя ради Dark Souls можно и оставить. Окей, что дальше? О, боже мой. Просто. Ой, сейчас свалится. Реально страшно. Очень напряженная игра, очень сложная. Ну реально все рушится. Как тут выжить можно просто? Давай со второго раза. Раз и два. Молодец. Unbelievable. Куда жать? Е, Икс. Ох, снегоступами. Ой, не снегоступ. Ой, надо выцеливать. Ну, тут... Пришлось мне пострелять. Хотя можно было отпустить одну руку, пострелять другой. Но у нас же тут максимальный уровень сложности. Полный реализм, погружение. Музыка хорошая, конечно. Анна. Наша внезапно плохая мачеха. Ла!
Софья, где ты? С нажать, я думаю, надо. Лара, мы поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, Софья. Мне любая помощь пригодится. Так, ну тут экшен намечается. Гранат кидает. Автоэйм в голову. Сейчас по скрипту выбежит еще 3 человека, я предполагаю. Раз, мало. Два, мало. Ну, ё-моё, ну подлечись, ладно. А, вон третий со щитом, все нормально. И четвертый даже. И пятый, и шестой. Воу-воу-воу! Давай сразу. Раз, два, три. Раз. Автоэйм в 3 головы. Ай, вот это плохо. Прострелили, ничего не сделать. Сейчас. Очень важный момент. Очень важный. Напряженный. О, надо же новый пулемет проверить. Стреляет. Собираем, собираем, собираем. Патроны нужны. Все собираем. Лара, найди укрытие. Мы начинаем обстрел, а ты на открытом месте. Дороги назад нет. Я почти у цели. Надо идти дальше. Воу. Блин. Сейчас убьют же. Кажется, у меня... Да, гранаты. Лечись. Молодец. Правда, все равно какая-то выходит. Мало хп. Кажись. Сейчас, может, найдем у него. Да, 3 хилки сразу нашли. Мне подозрение, что здесь по скрипту хилки... хилками одаривают. Подходит, смотрите. И граната еще. А, сейчас умру! О, ты, наконец, вызвал артиллерию на себя. Да-да-да. Хорошо. Работаем, экшен попер. Раз. Два. Только с пулеметом. Челлендж. Вообще челлендж можно только в рукопашку как-то. Но я не качал навыки. На рукопашку. Попалась, попалась. Ой. Так, этот обходит. Ой! Нет! Лариска! Молодец. Попал, молодец. И этот попал, все попали. Убили. Не, надо из лука. Пиу-пиу-пиу и всем. Пиу-пиу-пиу. Изи гейминг. Да нет, здесь, конечно, не изи. Но когда играешь на максимальном, не качаешь хп специально, скипаешь очки навыков, это как раз и дает возможность тут немножко по... Немножко по... Па-па-пара-па-па-пам. У-ху! Как сайгак. Просто прыгает. Да что ж такое? Перезаряжается. Да, подлечусь. Давай, подходи, друг. Нет! Да как? Да ё-моё. Хилки нет. Перезаряжайся уже. Заканчиваются патроны. Молодец. Выжил? Да нет, никак он не мог выжить. Но хилку не дали. А здесь как? Ой, я зря, конечно, с серым экраном побежал сюда. Да, ваншот и все. Ладно, хорошо. Собрались, собрались. Раз.
Ну, давай. Раз, два. Да что ж такое? Надо Z сжать после того, как ты натянул тетиву. Хорошо, что не попала эта подруга. Ладно, первую партию уложили. Хорошо. Двигаемся дальше. Много патронов дали. Блин. Беда. Черт. Хила нет. Там идет со щитом еще упырь. Капец, надо валить отсюда. Беги! Оп, стоп. Удерживайте лечение, говорят мне. А лечения-то нет. Патронов нет. Ко мне подходит упырь. Ладно, я пошел. В рукопашку. Ой, не туда. Вот чего она вот так вот передвигается? Я shift жму, чтобы она чарджилась вперед. Она ни хрена не бежит. Автоматик-то неплохой. Ребят, ну дайте хил-то, ну будьте людьми-то, а. Как красиво разлетается армор на них. Да, я попал под этого, под... Хил. Понятно. Да, уважаемые, тут вам не хухры-мухры. Блин, да ты... Твою ж медь. Да, и с гранатами еще. Беги, беги, стреляй. Возможно, там будет хил у кого-то. Ну, хоть у кого-то. Да, там... Нет хила. А, сгорел! Сгорел! Окей. Ой, хорошо. Гранату кидает. И в конце прикольно. В конце сразу экшен попер. Народу много. Да как так-то? Где голова-то? Автоэйм. Черт возьми. Хилку не дают еще. Так, перезаряди, сейчас будет жесть. Какой-то живучий скотина. Хил. Терри, зарядочка. Тут хорошее место, потому что... Блищ, блищ, блищ. Все мимо. Так, идет упырь этот главный. Ну, если не главный, а со щитом. Эй, не гори! Да ёпарасоте! Его это вообще как-то не колышет, кажись. Так, давай, ладно. Что-нибудь, как-нибудь вообще. Так, я в поисках... В поисках хила, блин. Хотя... Ой, там этот еще стреляет. Ой, красавчик просто.
Ну давай! Вы есть? Нету. Вы есть? Нету. Просто беги, Лариск. Сдавайся, просто сдавайся. Черт! Еее! Точка невозврата, дальше лагерей не будет. Спасибо, Софья. Что, все, отличный что ли? Выстрел. Да, неважно. У нас там дофига навыков осталось, непрогрейженных тем. Но с серым экраном даже веселее. Парируй, говорят. Да, кстати, парировать надо. Цешечку нажимаешь и вперед, и в мели. О, сразу хитов добавили. Так, очень аккуратно. Босс вертолет. Всем отрядом, вижу кровь. Не дайте ей войти в палату душ. Константин. Костик. Софья, сможешь попасть по нему из требюшета? Попробуем. Приготовься. А чё мне-то готовиться? Навряд ли тебе удастся по нему попасть. Будем пытаться. Погоди, перезаряжаем требюшет. Вертолет летит слишком быстро. Мы точно по нему не попадем. План какой? Погоди. У меня идея. Отвлеки. Попробую подстрелить огненный шар, когда он будет возле вертолета. Надеюсь, получится. Будем наготове, только подай сигнал. Подаю сигнал. Софья, давай! Стреляем! Спускайся и сразись со мной, трус! Черт! Пришлите отряд, быстро! Уничтожить ее! Капец. Сложнейшая штука. Просто сложнейшие ребята. Я не знаю, что делать. Как вообще люди проходили эту игру до этого? Куда ты бежал? Лара, нас атакуют! Мы пытаемся прибить этого подонка! Опа! Убирайтесь оттуда! Нана! Не-не-не-не, нет. Беда. Сможешь попасть? Возможно, не... Да, да. Да. Еще раз надо будет босса вертолет убивать? Судя по всему, нет. Короче, я забираюсь наверх, они сами подходят, и все. То есть, смотрите, что мы делаем. Мы выбираем револьвер. Присаживаемся. Даже присаживаться нельзя. Они идут. Первый пошел. Ой, извините. Прикрой его, да. Это два. Перезарядиться может. Опа! Опа, 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 опа! Это был баг. Вы видели? Ее вертело, крутило и все. Ладно, хорошо. Все, я готов. Ребят, я готов. Вот так вот надо было делать, чтобы меня было видно по-другому. Баллист победил? Да, баллист победил. Эй! Перезарядись, Ларочка. Считаем, пацаны. Три. Перезаряд. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. О, вот-вот пришел. Держись, Лариска. Хила нет. Твою ж медь. Опять пришел этот, а, гад. Пришел и начал тр-тр.
Так, надо запомнить этого упыря. Скиллуха прет. Ребята, я делаю все возможное. Я делаю все, что только можно. Он мертв. Очень аккуратно, очень внимательно. Ой. Ну падают они, конечно, зачетно. Ну ждем этого упыря с автоматом, который начинает сразу с серии. Ой, стрелы полетели. А, не-не-не, слушайте, там меня обошли. Меня там сзади обошли. Вот этот упырь. Тебе немного ли выстрела в голову, друг? Еще добить, конечно же, добить. Хилка пошла. Офигеть. Сколько, 5 выстрелов там было? Я в шоке. А, все, да? Прикольно. Можно вызвать по рации? Я готов пострелять, парень. О, пробивает, смотри, смотрите, пробивает. То есть он из крупнокалиберных, там, пыщ. Лара, ждем твоего сигнала. Я готов. Выстрелу готовы. Ну, приступили. Очень сложно, ребят. Вы поверьте мне, очень сложно. Консольные шутерки, это, конечно... Это та еще хрень. Пропал чувак просто. Что это? Что это было? Господи. Господи. Продукт А класса. Капец. Уж лучше я кастомную карту в героев 2 недели буду траить, блин. Который человек сделал бесплатно, блин. Воу, а вот это хорошо. Да кучные идут. Меня сейчас даже убьют. Удерживай лечение. Конечно, удерживай лечение. Лечения нет, но ты удерживай. Главное, верь. Ливнул из парень че, да? Очень похоже, кстати, было. Слушайте, а получается, я перепрохожу. Вот надо дать должное сейчас сейвы, на самом деле, вот те, которые... Сейчас же нам снова придется убивать... Хотя патронов столько, что как будто не с этого же места. Не, это уже вторая серия. Я погорячился. Да, Лариска, ты чего? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Друг. Бейте ее уже. Опа. Блин. Опять хилки нет. Пацаны, хилка. Удерживай для лечения. Есть хилка одна. Все, ты врешь. Была хилка. А как? Раз, два, обходит с разных сторон. Не, ну это серьезно. Раз. Вижу одного. А патронов, конечно, у меня нет. Может, у тебя есть хилка? Может, у тебя есть хилка? Хрен, с два. Блин, сверху простреливают. Надо их здесь ждать просто и все. Улыбаться. А, нет! Да я же подлеч... Уже поменялся кадр. Ну что, типа у меня фул хп. После этого я умираю. Справедливо.
Ладно, принимаем сначала, в общем, этого. Потом этого же здесь. Поглядываем сзади. Да ёшки-матрёшки. Граната пошла. Ну, конечно. Бей. Добивай. Хиляйся. Хиляйся. Главное правильно кнопку нажать. Хилялся. Готов. Дробаш есть. 5 гранатов. Да как? Нет! Не, ну финалочка нормальная, чего? Эх, бы сейчас архов твоих сюда. Да-да-да, сейчас все будет, сейчас все будет. Сейчас архи попрут. Поехали, работаем. Уже стрельба идет, я правда не знаю откуда. Но она идет. А вот. Ты прав. Это минус 3, да? Откуда стреляют? Не ясно. А вон. Хорошо. Хорошо. Не-не-не. Хил. Ну, хил мне единственный, поэтому... Улетел нормально. Нарезка, держись. Еще не все, судя по скрипту. Слышу? Не вижу. Кажется, справа все-таки. Сверху, прямо по курсу, короче. Нет! Так. А, скрип. Босс вертолет все еще жив, или это третий вертолет, я не знаю. Подгорим? Ну, тут как бы горим, не горим, горим, не горим. То есть, да ладно. Ты хочешь сказать, что я в кат-сцене умер? Нет, это просто другой. Да все в порядке, я готов. Когда ей езжать? Стрелять будем? Ну давай уже. Соберись. Когда вы там требушет перезарядите, ребят? Лара, мы уже готовы стрелять. Да есть же. Только подай нам сигнал. Готов. Лариска, держись. Все, сигнал. Три из трех, пацаны, три из трех. А, еще враги едут. Окружали эти, что ли? Или просто никто не заметил, что ты сверху упала после взрыва? А, ну стелс пошел, ребят. Все нормально. Чтобы атаковать, нажать F. Ну, давайте попробуем. Раз нам пишут, надо жать. Сейчас стол закончился, что ли? Да, закончился. Ну, мне не привыкать, вообще-то. Беги! Хиляйся! Бери! Так, стол с дробовиком, мой любимый стол. Да что ж за люди-то такие? То есть...
не умирают, просто ты в голову из дробаша стреляешь, снимается шлем. Окей, ладно, договорились. Атас. Новый стелс. Маркер заботливо мне подсвечивает, где находится враг. Ну ладно. Если я вдруг в тумане не замечу его. Если вдруг автоэйм не прокачался при этом. Все нормально. Неожиданно. Лук забрал. Промахнулся очереди. У тебя нет ни оружия, ни союзника, ни надежды. А ты. То есть он все отобрал у меня. И лук, и дробаш. Так как пользоваться этой штукой? Это как-то она шупала. Я не помню, как делать бомбы из этих штук. Да, забрали лук. Пропало все, буквально все. Хотя вот я вижу, что мелита осталась. У тебя нет ни оружия, ни союзников, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Так, ну, на него, наверное, нужно вот эти вот штуки попробовать поскидывать. Сразись со мной! Хватит прятаться в тенях. Ты же сильнее своих друзей. Ага. Короче, мы можем эти баночки закидывать. Закидывать. Интересно. Ты смотрела, как твой дружок Иона подыхает от пули в брюхо? Сейчас осмотримся еще. Может, пока ты прячешься, он где-то лежит и истекает кровью. Так, ну, смотрите. Ой, я могу. Я могу с руки его атаковать. Ха! Нана! А мне говорили, нажмите F, чтобы атаковать. Везде обман. Только ты и я, Лара. Подсказки, подсказки меня сбили, понимаете? Здесь ты найдешь свою могилу. Побежали, побежали, побежали. А вот эту штуку я могу? Да скорее всего да, я как-то могу его подставить под. Ну, сразись со мной. Хватит прятаться в тенях. Ты же сильнее своих друзей. А, можно. Во! Получил? Понятно. Короче, press F to win. Он начал бомбить уже. Ах ты скотина, а. Ларка, не тормози, прошу. Так, а что ты от меня сейчас-то хочешь? Найденные объекты использовать. Беги! В лечение, есть лечение. У-ху! Нашел. Давай! Блин, я думал кинуть в одну сторону, напасть с другой. По голове его банкой. Да, кстати, где-то это видел уже. Окей, ладно, хрен с тобой. У тебя нет ни оружия, ни союзника, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Фигак. Нет! Мое предназначение таится в палате душ.
Блин. Костик, Костик. Как мне с тобой быть? Или сзади ты хочешь, чтобы я к ним подошел? Я знал. Моя сестра проникла. Да, вполне возможно, я должен просто. А я же, я наблюдал со стороны. Сзади подойти к нему. После того, как отвлеку внимание. Он был гений. И в то же время слабаком. Трусом. А, и он некоторое время он подтупливает. Главное еще одну баночку взять. Все, взяли. Тут неподалеку кинуть. Что, думала, не услышу? Перед ним лежал весь мир. Надо было лишь принять наше предложение. Не повторяй его ошибки. Поворачивайся. Ой. Це уклонение! Оп. Так, две кнопки надо было в конце нажать. Это даже не фаталити в Mortal Kombat, понимаете? Вниз, вперед. Вперед. Удар верхней рукой. Это не моя судьба. Меня ждало величие. Красиво, конечно. Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это. Ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжешь. Он молил о пощаде. А у нас выбор, типа. А когда понял, что ее не будет, стал просить пощадить тебя. Ты лжешь! Заткнись! Не, я не буду добивать тебя. Ты того не стоишь. Он был жалок. Сдохни, тварь. Будь ты проклят. Проходим. Это было финальное сражение, понимаете? Стой! Была финалочка. Ваша армия разбита. Твой брат мертв. Нет, вот что несет ваша троица. Смерть. Это все, что она может. Сдавайся. Я все отдала за него. И не собираюсь отдавать его троице. А как насчет твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир. Вместе. Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе легко об этом говорить. Это ведь не ты умираешь. Дело не в тебе. Дело в человечности. В защите того, что делает нас людьми. Они идут! Мы окружены! Опять не окружены. Отверстие от пули, не слышал. Не предназначен для людей. Это твой шанс, Лара. После того, что я вынесла, что ты вынесла. Довольно того, что один Крофт погиб из-за него. Но я готова. А я нет. Я также стреляю. Я умираю. Это моя последняя надежда. Да нет! Она Протосс.
Вот в чем секрет. Заюр! Поставь пилон. Не бойся. Фотоница, мне не хватает. Фотоница. Нет, разбила. Очень круто. Яков, держись. А это Рейнер. А ты пробка. Я уже и так слишком долго ждал. Ты знал, что я его уничтожу. За всю свою жизнь я не встречал таких самородков, как ты. Что ж, пришло время. Мне умереть. Прости. Я всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Правда получилось. Дорогая Лара. Я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец, должно быть, в гробу переворачивается. Крофт. Что значит это слово? Надеюсь, что тебе удастся оставить свой след в этом мире. Помни, по-настоящему важны не мы сами, а наши дела. Источник надо было уничтожить. Мне все еще кажется, что я его подвела. Думаю, он поступил бы точно так же. Пойдем. Тебя самолет ждет. Я прослушивала эту запись тысячу раз, но лишь сейчас поняла, что он имел в виду. Важно не то, как поступил бы он, а какой выбор сделаю я. Легендарный Китежград существует, и он полон тайн, способных изменить мир. Я должна раскрыть их. Не ради отца или кого-либо еще, а ради высшей цели. Лишь бы это оказалась благая цель. Можно я без комментариев оставлю? Спасибо.